Так. Давай я с тобой дам. Ага. Ну, значит, я думал, ты на бате. Он еще из боя не вышел. Он еще арт остался, который сейчас затащит. Ребята, привет, привет, привет всем. Hello, hello, everyone. Арта не дремлет. Как говорит панцирь, я бы такие взводы арты сразу в ангаре убивал бы. В ангаре. Если бы можно было, я бы тоже так делал. А, погоди, так у них взвод арты, офигеть. Да-да-да. Печаль. Там что-то напротив меня дерево упало, я побоялся, что это бабаха там выезжает. Вообще на лучшую карту для СТ попали, так да. Арта какая-то КД. Попробую посмотреть, что там на нулевой линии происходит. Вроде никто не светит пока. Там ФВ-хи так ждут ему. Ну что ж поделать, если не повезет мне, если ФВ-хи там будет. О, мясо там. Плохо. Да, я думал, что я смогу проехать чуть дальше туда. Проехал. А ты тебя светили? Да. Слушай, они перетягиваются по окнам. А я проехал, меня не светили, кстати. Слушай, я могу без засветки стрелять по стадион. Я тоже могу. Ну только меня засветили. А, у меня засветили тоже. Ну стопудово сейчас ФВ к нам приедет. Ага. О, арт, артец. Арта какая-то. Артец, да. Делаю венец. И опять свечусь. Бандит. Походу ВЗ-шка светит. Может только Сталин как-то стоял так, что не светил. Че, может это? С лобовыми отвага? Да, поехали. Вот они, вот они! Вот они, вот они, вот они. Все, попался. Ой, нифига тебя тут. Блин, а куда я стреляю? Алло. Приезжай дальше, приезжай дальше. О нет, сваливаем. Бежим. Меня сбили гуслю. Блин, все, это, конечно, файл.
Арту убьем, давай. Ой, вообще не могу. Это было смешно, да. Наши-то что вообще? Там спят? Ладно. Хорош. Так, ну давай я попробую на сотом с бэтом, посмотрим, как пойдет. А у тебя у самого сотый не прокачан? Или прокачан? Прокачан, но я не куплен. Смерть, да, ради удовольствия сыграли. Не, ну весело было на самом деле. Но мы уже не успели бы уйти назад. Мне кажется, да, это понятно. Имело смысл. Да. Может быть, просто сразу ехать. Не ждать, пока они прилетят. Вот, слушай, я вот в следующий раз можно попробовать сразу по нулевой линии проехать. Правда? Не знаю. Это ж лотерея. Врыв всегда лотерея. Что за трек играет? Узя, не ной там в чатике у меня. Ну и, ребят, к сожалению, сломалось расширение, которое показывало, какой трек у меня играет в данный момент. Поэтому, как я разберусь с этим делом, но я уверен, что в ближайшие несколько дней что-то, какое-то, ну, либо новое что-то, либо смогу решить проблему и обратно все это запилю. Да, бат, конечно, не очень хорош для этой подсветки. А ты, получается, никого и не заметил, да? А, такой заход. Ну, я не на центр же еду, я еду до акустика, до первого. Там, только, там, в принципе, только берег светится, а по берегу сейчас. Да, по берегу сейчас. Если светить дальше, надо во второй куст ехать, а там опасно. Там, да, там либо ты уже, там как бы путь в один конец, на бате не очень. 62-м еще можно, на ком сильно там. Я что-то вообще. Я на 1200 тарты получил и. Да. И. Короче, по полной. Беру. Два раза не пробил китайца. Короче. Не пошло что-то, мой выход.
Слушай, у нас что-то там на базе скоро будет. Видимо. Еще там три пытки стоят. Там вроде как не сильно. Я не знаю, что делать, я вообще бесполезен стал. Ворваться не хотят. Да и вот тут тоже меня не едут, никто встречает. Леха, не отъезжай, он же откадышился. Ёлки-палки, что ж ты делаешь-то? Просто взял и пустил парня. А теперь взял и выехал по два. Просто красавчик. Мы тут это... Проблемс. Я, похоже, не успел отъезжать. Сейчас мне подъехать снимут. Их снимут. Слушай, ну 1.7. Короче, я типа сваливаю куда-то. Все. Столбик. Да. Ожидал, что меня так снимут. Я зрачил конкретно, конечно, с этим китайцем. Только сказал, что китайцев не качаю. Это была вот эта композиция, про которую ты спрашивал. Катерина, верни трусы. На 52, смотри, какой ник, чувака. 52? Здесь шаришь? Ну, я понял, что вот туда ехать опасно стало теперь, даже на СТ-ках. Я так понял вообще, что здесь все плохо стало. Верхний рез по-прежнему это самое. По-прежнему самый лучший. Причмокивает по-прежнему. Он был плохим, а стал еще хуже. Вообще можно на центр, вот я на центре катался. Не настолько сумасшедший. Там вот, нет, там просто прикольное есть место, и от арты сейф, и ты сможешь светить горку. Ну, как пойдем на СТ. Ладно, я поехал. Съезжу, покажу. Я поехал, мне пофиг. Пойду сам посмотрю. Пойдешь сам посмотришь? Ну, в смысле, не там через центр, а вот от базы, вот там пониже. Поздно. Поздно уже, да, не понял. А у них там тоже яма какая-то есть. Отличный выбор в центре, я считаю. А что там такое? Просто я выехал, и четвертый выстрел мне. Привет. Привет. Здорово. Как стрим? Удар держит. Я так понял, все-таки центр для камикадзе, типа байка. Не, ну, смотри, я же тебе говорю, вот там вот от базы, где ехать, там есть спуск такой вниз. Сложно объяснить, арта какая-то КД, походу это 92. Ты тыкни квадрат-то. А я не... А хотя, да, погоди, там же где-то и был, вот там где-то спуск и... Ну, вот там я был, и вот я... И
и вот тебе там теперь нет. И вот я не пробил, я четвертого. Теперь высунулся, просто стоял там, качался. Я смотрю, ребята, нормально там позиции всяких. И яма там, и камешки, а мы... Это вы про какую карту? С линии Зихрина. Просто получается, ну вот я подъехал в эту яму, и что, вот это Е4 просто безнаказанно туда накидывает в эту ямку, и что? И зачем она нужна тогда, если, ну вот отсюда вот, все вот это вот простреливается абсолютно. Кол. Я люблю мощные пушки. Ну, Маус наш тут, конечно, ворвался нормально. А, Т-92 КД. Слушай, вот если бы не два барабанщика, я бы, конечно, выехал. Вова, ты меня обманываешь. Это не линия Зигфрида. Видимо, Энергейм, ну, с Полярия, короче. С Полярия, да. А она, кстати, у иностранцев, по-моему, по-другому как раз называется. Ну, Энергейм, вроде. Да-да-да, я поэтому... А линия Зигфрида мы тоже отлично сыграли сейчас. Лучший бой был. Вот я в свете, и вот есть четвертый, который там стоит. И зачем вот эта позиция нужна вообще? Просто я в шоке. Ничего не сделать без. Просто центр бесполезен, сапорез. Сейчас меня пятый с балкона заберет. Раз, два, три. Нет. Я фугасом ходить. Да, я четвертый фугас, у меня 1170. Да ладно. Я, может, что-то не понимаю, вот как бы. В картостроении? Да, в картостроении. Но, по-моему. Кстати, какие бы вы вопросы задали картоделам, если бы у вас была возможность? Вы задали вопрос. Пофиксит куст на перевале. И почему его так долго не фиксит? Кстати говоря, я. Это такой. Просто вопрос. Возможно, у меня будет шанс задать вопрос напрямую картоделам, поэтому если что-то интересно, то я передам. А когда будет стрим, кстати? Ну, пока еще точно неизвестно. А кто будет отвечать на вопрос? Кто-то из отдела. А, то есть пока неизвестно. Я думал, мало ли. Я просто детали не знаю, да, но я, похоже, в этом стриме не участвую. Так что если какие-то вопросы, то он в чатике может писать. Обратите внимание на нашего ИСа 7, который меня тоже сейчас подпёр. Объясню ему, что там. Прости, я не смог ему объяснить, его убили. А просто Джофф у нас в чате что-то писал по этому поводу. Вообще, я не понял прикола. О, хороший. Получается, что вот у них вот это все простреливается вот отсюда, просто вот под весь этот центр, вот из-за этого камня простреливается с кустик. А с нашей стороны вот эта ямка, например, по-моему, никак не простреливается. Или я, может, путаю, может, вот оттуда как-то простреливается, но, по-моему, нет. Короче. Че, куда видите? Это место сделано, мне говорят, это место сделано не для дефа, а для атаки с противоположной команды. А у нас для атаки есть места на этой карте? Вы на больших и тяжелых? Ну, я на бассейне. Ага. Сейчас я что-нибудь придумал быстро. Давай я тоже на бассейне.
про куст на перевале я спрашиваю, блин. Чисто это действительно задал. Странно, сколько он лет там уже, ну не лет, по-моему. Ну просто взять и убрать этот куст, уже будет все окей. Лет, лет, как раз, по-моему, уже не первый год. Причем, я говорю, это тот случай, когда карту, в принципе, можно не полностью не переделывать, не сидеть там что-то придумать. Надо просто убрать куст и дальше думать, как карту исправлять, если надо. Ну или с другой стороны. Ну, с другой стороны, это уже больше дел, надо продумать, куда его поставить. Так, я говорю, просто убрать этот куст там и все. А то у них там и куст, и камень есть, а с другой стороны шиш. Просто это место предназначено для атаки соперника, конечно. Видимо, да. Как мне объяснили сейчас, тоже такая же система. И, кстати говоря, на самом деле я не удивлюсь, если такие ответы и будут, типа, что там вот, там, как это, ну, были же раньше тоже такие ответы, типа, там, эта карта сбалансирована так, что одна сторона, типа, должна атаковать, а другая, типа, обороняться. Как бы никого не волнует, что в рандоме это тоже никого не волнует. Я не люблюсь, если опять такие ответы. Ну, так это ж бодру танкову рубилу, если одна сторона должна атаковать, другая обороняться. Любишь штурм? Да. Ты играешь на штурм? Ты меня спрашиваешь? Я да. Угу. И как? Отлично. А в командные бои почему не играешь? В командные бои почему не играешь? Командами? Да ну зачем мне рандома хватает? А такие карты, как Карелия, на штурме намного круче, чем стандарт. Раньше так было с Эрленбергом. Антон, мне кажется, тебя заметили. Заметили, заметили. Да они пушкой развернули на тебя все. Заметили, заметили. Насчет Карелии я согласен. И насчет... Нет, ну, насчет на Карелии... песчанке штурма вообще шикарно. Песчанке. На Эрленберге, блин. Ну, Эрленберг сейчас получше, конечно, чем раньше. Я поехал врываться. Уже? Конечно. Подожди, там всякие баты наверху стоят. А чё мне эти баты? Я же на Е100. Пусть, конечно, интересно. Какая-то арта КД. Я тебе страхую, тебя страхую. Что-то да я их всех перебью на горе, если мне сзади никто не будет мешать. Слушай, ну вот сзади я как бы контролю, у меня два снаряда всего. Окей. Блин, зря, наверное, вафли спуну там. Ой, вафли кончилась. Ладно, давай КДшность, чтобы... Это же КД. Если что. Мастер, включай свой стрим. Все, они походу это... Сваливают. Бежать, да. Мы будем смело врываться? СТП не пробил. Вова, давай на Е100 ворвемся, убьем его. Ну давайте вместе тогда. Давайте. О, там все-таки что-то второй остался на горе, смотри. Ой, все. Ай-яй-яй. Просто головой вниз, 62-й. Двести двенадцатый, когда. Что-то как-то все очень быстро. Ты настолько стремительно ворвался, что просто. Ну, наводчик скобильный. Чайк. В упор наводчик не нужен. И тут с 8, у меня еще 20 секунд, буду базу брать.
там вообще есть 4. Угу. Поеду к нему. Это действие за 8 выбил. А я сегодня 598 выбил на ЕСО, там минималка 596 или 563, не помню. В общем, почти минималку. Панцирь там не пробивает, я смотрю. Ну, он так встал, я не знаю, не пробиваю и все. Вообще ни разу не пробил, один раз пробил. Ну, вам стоит, что ли? Да, ну, смотри, как он стоит. Фирменный выстрел в труп. Ребята, привет-привет всем, с кем я еще не здоровался. Чё там чатик? Чё-нибудь... Кто-нибудь задает вопросы картоделам? Картоделам? Или никому не интересно? Короче, чатик, представьте, что панцирь — это картодел, и скажите им все, что вы думаете. Нет, не надо на меня столько выливать. Смотри, Iron Panzer. Против, да. Да, посмотрим, кто сильнее. Чей панцирь сильнее. Вова, ну что, мы врываемся, да? Врываемся. Там как раз... А, нет, фавахи нет, ну ладно. Когда уже машинки двигать можно будет? По-моему, уже полгода назад об этом сказали. Да, говорили? Задай этот вопрос, как это дело. Это лучшее же, это самое лучшее изменение войны. Ой, епись. Получил по щам. Видно что-нибудь? Блин, а Паттон стоковый, я ему взял маску, выстрелил. Лучше традиция, байк уже там ворвался, смотрю. Ага. Ну чё, тут трагер. Неожиданно? Да вообще, я что-то даже и подумал, что он будет как всегда на А4. Как настоящий трагер. Он какой-то не настоящий. Как бы им накидать сзади, а? Может, вот эти... Ой, ребята, там смотрите, у меня, возможно, скоро проблемы будут. Панцирь, я смотрю, ты рисковый парень, да? Ага. Я же должен байка спасти. Так, окей. Я в КД. Я байк, я тебе вообще там просто... Не-не, я отошел, так что вы там по своей программе работаете, я чуть подальше просто отъеду. Впервые в истории стримов байк отошел назад. Записывайте. Да просто что-то слишком много. Я так подумал, что слишком много даже для меня. Случилось. Слушай, а там 268 их только прикрывает, может нам просто убить всех? Не. Да, кстати, у них там, ну, еще пазик, скорее Панцер всего. Такой вообще смелый. Ага, во флипазик, да, еще, да. О, лора. Блин, там где-то бачат прячется. Нормально, 75-й заехал. Супер.
Блин, я не знаю, что сделать хорошего. Надо дождаться, пока они пушат поют. Может поехать просто сзади? Я по жесту отстрелялся, так что надо идти его чикать. Если он там может. Блин, меня засветили, конечно же. Я четвертый стою. Mm-hmm. Я почему я его не вижу? О, нормально, это 92 тут жарит. Черт, все. Лазик, просто... конечно же. Понимаешь? Я же в свете. На А4, да? Короче, тут сверху не вариант, к сожалению. Похоже. Да надо ехать убивать вместе с байком. Он протанкует, а мы это. Да, тут два шотника, в смысле, почти шотник. Не-не, погоди, я бы потанковал, но... Видимо, мочат. Короче, без меня все опять. Да я тут тоже не особенно, если честно. Конечно, вон она. Ой, арта. Чисто выстрел. О, что ж я творю-то? О, фраг. Дал, все. Отлично, можно дальше не играть. Да, что? Кто? Бачат с острова. Погоди, а как он оттуда-то стрелял? Я не знаю. Я вообще о нем забыл. Он еще и почти фулл. Да что ж такое? Не летит сам при меня снаряд. Зато в трупы летит отлично. Я ему таким сейчас навесом попал. Да, вопрос, играют ли разработчики в танки, я у них, конечно, спрошу. Мне почему-то кажется, что реально, если вот, ну, человек не отыграл там хотя бы десятка тысяч боев, он нормально понимать игру все равно не может. Да тут, на самом деле, даже особо игру-то понимать не надо, чтобы как бы видеть, что вот, например, вот это не очень здорово, а вот это здорово. И мне просто интересно, чем вот руководствуются, да, вот те же картоделы, когда вот делают вот такие вот дисбалансы. О, куда мы едем? Сейчас, секунду, куда мы едем? Прямо вот сюда, что ли, вперед? Круто. Он внизу, все. Артур, не забывай только. Да, я помню. Аббат этого не видите никак? Арта видит, я думаю. Я думаю, Арте пофиг. Про Арту можно забыть, но она про тебя никогда не забудет. Оха. Все, конечно, хорошо, но там техи стоят на респе. Да. Количество миллиард штук. Да, у меня два монитора, и я чат читаю на втором монитаре. Периодически. Ну, не читаю, посматриваю одним глазом, потому что сложно все-таки. Ну, кстати, нормально так подсвечивают вот этих вот ребят, которые у нас стоят. Угу.
Семерка там. Да, парни, да, в деф уши жесткие. Там этот мистер Хоббит? Нет, он живой, только я уже землю убил вместо него. По-моему, опять убил землю. Арта какая-то КД. Две арты КД. Да, идеально. Идеальный барабан. Вафли 268 там стоят. Просто... Это новости. Да, ну вот 268 отлично сняли. О, нормально, фавошечка ему прислала. Блин, этот конкер 46% просто маячит там как... А, бат еще жив, слушай, я что-то подумал, что его тут... Конечно, он же и фуловый даже. Да, он меня еще и засветил. Сейчас у нас ФВХ умрет, я чувствую, за конкера. Арта стрелял и не видели? Ой. Да ладно. Откуда? Да. Подожди, она с той стороны, что ли? А, все, я понял. Да. У нас же здесь уже все прорвали, кстати. Как-то. Артур, КД какая-то. Я даже еще не выстрелил ни разу. Я один раз выстрелил. Печально. Ну я выстрелил и промахнулся. Опа. А вы пас за дефис? Я в КД. А ФХ там раздает. Конкер КД. Конкер еще жив? Не-не-не, арта. А, окей, я уже спугал. Блин, я вот думаю, может быть мне туда, где у нас холодильник стоит, вот на этот вот этот момент. Да, сам загнал я себя в угол. Слушай, а у них там кто вообще? Может мне туда проехать? Трагер, Борщ и где-то еще Е3. Мы тоже идем на базу. Так, мне по-хорошему тут как-то надо подсветить вам. Давай я вот тут проеду. Ну, там это аккуратнее. Вот если я... А, глубоко был. Thank you.
я косой. Блин, что же я не смогу? Черт, я попал ему в пушку. Призовемся. Ребята, чтобы узнать, какой сейчас трек играется, вы можете просто зайти на мою страницу ВКонтакте и посмотреть, что сейчас играет. Потому что, ну, другого варианта пока нет. Опачки. Где он? Маскировка же это того, ну ты понял. Подожди, он же просто ехал. Не, ну это бред. А, вот он просто едет, видишь. О, в ангар он едет. Арта по мне отстрелялась. Слушай, я подъеду поближе, как это еще расскажу. А я сейчас сам подъеду. Ты там едешь, тебе долго. Оп, оп. Ну. Блин, только на гусеницу смог поставить. Нет. Ну вот он уедет. Ой, вы бы видели, как я сейчас выстрелил. Это одна из единственных случаев, когда снаряд магическим образом почему-то притягивается к противнику. Ну, снаряд летел вообще не туда. Че у нас вовка целая стоит, смотри, 704, просто вот. Ну а как же, дефить базу любой ценой. Я не знаю, как его поставить вручную, я перепробовал кучу способов, но ничего не работает, Google Chrome просто отключает. Вот, и тут еще. А я тут просто замьютился из чатика, анализирую ситуацию. Ты смотришь, где я третий. Это что такое вообще? Что он подумал, что он на арте? Ну да, я третий, классная арта. Опа! А, сзади, значит, он уже где, ну ты понял. Ну он на КД, он даже не он знает, что делать теперь. Жди наш. Они в обзводе, они оба. Жди ПТшек наш. У нас Вафл куда-то поехал наконец. Блин, он сейчас, он не убьет, по-моему. Вафля на скеле просто у нас. Блин, что он делает? Что он делает? Окей. Ух. Там 46% просто адски. Время. Табат, мне кажется, мог бы уже у нас и поехать куда-нибудь. Не, ну он сейчас помогал.
Ну и третий, конечно, супер позицию выбрал, я такого не видел еще. Он, наверное, короче, стоит и жмет, на снайперский режим пытается включить, не понимает, почему арт-режима-то нет. Куда делся? А, говорят, он спит даже. Прямо там в углу. Он уехал, ее здесь нет. Сейчас так хоп. Может, это бот? Не, вот повернулся, повернулся. Ты пробьешь его башню. Ты пробью, я же пробивал. В маску стреляй, говорят, маска пробивается. Да, я особенно не третий. Ну а что, он базу дефит, нормальный пацан. Крути его. Выталкивай, короче, из его нычки, чтобы арта могла стрелять. Да вон ему сейчас страйкер стреляет. Он крышу подставляет, кстати. Тем не менее... Там на вафле с талантливый парень, короче. Контрольный. Ну я смотрю, вы там не особо постреляли-то тоже. Да конечно тут. За мной арта вот. Да, панцир антипригарный. Я вы это сказали в первом бою нашем сегодняшнем. Ну кто опять чистит чат? Ребят, не надо так делать. Который на Прохоровке, на бачате. А, мы с тобой, подожди, а ты тогда стримил уже, что ли? Нет, я не стримил, но просто в чате говорят, что ты антифригарный. Я говорю, что они бы увидели бы этот бой, они бы так не думали. Я на самом деле сказал, ничего страшного, что потому что у меня теперь Better TV стоит, ушел. И у меня все сохраняется. Гулять. Я даже, по-моему, не сильно ругался. Надейся на это. Мне что-то про спектакль говорят. Может, байку там помочь и сразу всех вынести? Да я сейчас в ангар не поеду. Может, я как всегда тут выйду, точнее, и меня все настреляют. По самой не хочу. Смотри, киберспортивный выстрел от Глеберга. Тигр на врыве, смотри. Вообще, пацан. Не то, что мы тут. Чумача он из восьмой на врыве. Что чумача делает? Хорош, отлично. Опачки, там траггер сейчас светанул, сейчас ты ему напихают, я надеюсь. О, я к посту поехал на квиду, я только сейчас заметил. А получается тут что, из ПТ-то только? Тут вапки, может быть, блин, Лёву бы этого снять. Пазик и СУ, значит, да? Может ворваться тут? Куда вы с меня ИСУ, вырваться? Да, ИСУ. Я могу приехать к вам, и мы вместе вниз поедем искать. Да не, внизу как раз наоборот, там огромная толпа. Ну так это же здорово, чем больше, тем лучше.
А, панцирь, ты вообще со мной тут, я только сейчас увидел. Я приговорю, вот тут вот всех убить и все. Лев как танк. Удар фармит. Так, я поехал. Ну смотри, там это. Арта КД. А так, какая-то одна из ПТ хоть стреляла. Сейчас на меня будет смотреть. Блин, ну он так встал, короче, что я вообще не могу. Ни разу не пробил, я не понимаю, что это было вообще. Ни разу не пробил и сатва, да? Ну, в НЛД пытался, конечно. Так, скоро Вовке надо помогать будет. Арта уже готова, сейчас будет стрелять, я думаю. Ну, по крайней мере, перезарядилась точно. Я его по пушке попал. Я видел. Опа, это кто? Это с зеленкой стреляет. Я пошел. Куча СТ уже. Просто. А, ну вот этот с меня с балкона, скорее всего, сейчас. Вот. Или подождите. Вот здесь. Нет, ждать не будет. Не, подождите. Я просто видел сначала, но повернул в свою сторону, сейчас сразу отлетел, минус 800, думал, может, я арта попал. Не-не-не, стой. Вот он, герой асфальта. Ну как я так опять своих хп себе потратил? Раз, бат. Ай-яй-яй. И там же Исуха, кстати. Я сейчас подсвечу. Слушай, а эти там базу не возьмут? Не, не зажигают. Не возьмут. Так, я засветь. Счет, что-то я сейчас буду, сейчас увижу его уже. Тут же как бы, ты понимаешь, 100 рядов кустов, вот она, в упор. Он даже не смотрел в ту сторону. Оп. Оп-оп-оп. Да, парни что-то как-то сейф слишком сыграли. Ну, они просто долго здесь стояли, ждали. У меня пушка не поднимается. Да вы меня троллите, что ли? МСТБ еще стреляет. Ну... Значит, у него поднимается. А, это СТБ меня убил. Блин, нафига я вниз поехал? Он стоял сверху со своими хп. Бред. Мастер тарана чувствую будет. Надеюсь, что нет. Блин, СТБ меня кумулятивами стреляет. Что-то батон не бьешь, ага. Сейчас СТБ подсвечу. Окей. Нет, я не видел видос, где МС-1 убил кого-то в башню. Да, ну, я особо и не хотел. Мне не поможет это пробивать и третьего. Потому что все это рандомно вообще.
Можешь 10 раз не пробить в одном Тут вот я бою. смотрю, в чатике спорят. Нужна А ли потом боль? можешь 10 раз пробить. Поставить галочку, транслировать статус, а там Куда ты только раз попал? На ТВ. Куда можно. поедем-то? Ладно, я после этого боя посмотрю. О, мы с тобой базу брать туда? Поехали по восьмой линии вместе. Ну, не хотите? По восьмой? Ну, я вперед, а вы за мной. Ну, поехали. Поехали, Там поехали. же узко. Ну, Ой, ладно. продавит Не, там ну я в любом уже. случае поеду по восьмой линии, как бы. Можем через центр заехать, А пока либо вот его сюда. там вырубить через центр, либо еще как-то. И потом в бок получить. О, что происходит? Это тебя сбили гусли? А что, Байк, зачем? не задерживайся, не надо. Ну, я же это чё, я же на гусенице стоял, я просто посмотрел его в сторону. Так, чё, мы через центр туда прямо? Не уверен, что это хорошая мысль, я просто туда. Подожди. И нет, я имел в виду на банан, подожди, байк на восьмую линию едет. А, ладно, хорошо, я к вам присоединю сейчас. А Тут свечи. еще и с нами ЕКП-100, так что нам будет весело это. Хотя они там, смотри-ка, очень уверенно рвутся. Я думаю, скоро придется помогать. А вы продавливаете? Я с этой стороны уже хотя бы. Ну, я уже, да. И чего дальше? Вот что-то они накидают. Борщика сейчас найду. А тут супер першинг что-то делает. Убьешь его? Я убью, да. Блин, ногу тут покатил. Борщ, я так не хочу от него получать. Не знаю. Нас уже встречают, да? Я в КД. Ох, просто пачки. Нас там, кстати, на той стороне слив. Да. Что я сейчас, Майк, сейчас подъеду. Быстро здесь убивать всех. Ты всех убьешь. Ну, 63-й точно не убью. Там один? Могу ворваться. Вроде бы. Ну там сверху его прикрывать. Слушайте, нам надо назад, там еще народу, все надо. У меня пушка не поднимается. Я не могу выехать, мне. Ой-ой-ой, пад. У меня еще 4 секунды. Блин, я фейл. Лёсы. Все? Да я зафейлил выстрел. Зафейлил выстрел. Так, ладно, байк, надо на месте удержать. У меня 3 снаряда. Так, а крагер интересно, сколько снаряд. Блин, зря это делаю. Там сзади трагедия, да? Ах,
А, рогерь с твоей стороны. Окей. Сейчас я тут с Е4 разберусь. Я в КД. Не разберусь, ведь. Блин, ко мне трагер едет. Беги, 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 ты можешь убежать? Он же прямо сейчас к тебе. Могу я, блин, я в его сторону просто ехал, он же разворачивался. Твою мать, тут бар. Я попал. Танцуй как бог. Дистрагер. Блин, ну вот как он здесь оказался? Ну... 5 секунд прилетел. Чё, смотрю, у тебя нормально там, да? Блин, тут бат просто. Да уж. Ну, я думаю, наши затащат. Думаешь? Я думаю, что подмог. Самое интересное, что я по 100 нас не поддержал. 100 мага. Тут нельзя остановиться и выстрелить. Не стоя стрелять, да, как-то. Хотя я и стоя не попал. Что происходит? Жесть. Что происходит вообще? Что это? Опа, танк, так я его фугасом и стрелял. Я зарядил фугас и попал ему на 915. Mm-hmm. Чуть-чуть не повезло. Красавцы, чё? Я зарядил фугас специально как раз для него. У меня фейспалм не сходит. Проблема в том, что я не пробил вот ИСа 4 один раз. Вот надо было пробивать его. А, 6 хп, отлично, первый готов. Даран! I like a person from the Avatar movie. Немножко не повезло мне с трагерами, я фугасом зарядил и всего на 915 он дал. Мог добить. Ботоводов, конечно, первобан сразу и все, чтоб другим неповадно было. Ну просто варгеймингу невыгодно их банить, потому что они оплачивают прем, покупают прем-танки. Да, всего на 900, то есть меньше даже альфы прошел страйк. Средний 950, а я ему на 913 попал. Я чуть-чуть от него постреляю, а потом подъеду к тебе. Ну, еще увидели там вот с 268-го. Не повезло чуть-чуть. Не пробил. Ой, 263-го. Ребята, всем привет, привет, привет. Я только что присоединился, с кем я еще не здоровался. Hello, hello, everyone. Рядом со мной ВЗ-шку баты убивают, по-моему. Конечно, а как кто меня пробил? А, нет, не баты, 140-й.
Ой, у нас тут вообще прям фулл хаус. Да, 10 секунд еще. Видишь, что сработает? 10 секунд, теперь меня. Совершенно вообще. А пока клонов. 40-й по мне стрелял. Какие, да, классных Е-соты. Так что, посвятитель еще? Он поехал. А, у них сущно светилось. Я сейчас вперед проеду, ты в ХД? Нет, я полный заряжен. Я хочу вот туда вперед проехать. Бэк, как у вас там? Да нормально, сейчас продавим. Чуть-чуть осталось. Сейчас я попробую пазика снять. Блин, пропал. Что-то мне мешает. Ну тут несколько танков шотных, несколько половинчатых, так что мы сейчас разберемся с ними уже. Я в свете. Я не понимаю, 85. А, он сюда лицом, да. Так, я в КД. 140. Почему? 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 Был сюда зеленый. Да, не пробил, блин. Что-то первый барабан дал, и все. Так как отрезало. У меня вот тут отключил он пока. Блин, я тут какой-то спуск, и я не могу сюда найти. Да-да, я просто болюсь на этой карте. Стрелять, познал. Ну тут все вообще. Я еще и поджог его, оказывается. Смотрю, у нас медаль двоюродные братья по оружию. Ага. Байк в каждом бою по 6 наносит, я смотрю. Да не говорю. Стал я дэмэдж? Скоро, скоро полоски наши пройдешь все. Ну... У меня сегодня столько боев было, где я даже и пробитие ни одного не делал на ИСОТ. Такой там, где ты можешь нанести 8 тысяч урона, можешь 0 урона. Ну вы куда поедете? Направо?
и налево? Я вот думаю. Я люблю, конечно, налево ходить, но все-таки, наверное, в этот раз с вами схожу направо. Куда мы едем? Направо. Опять что-то про спектакль говорит. Плохой признак. Я смотрю, что там французское вино в танке разливают. Именно. О, какой план? Всех убить? Как обычно, я свечусь, попадаешь в нее в затылок, потом арта тебе без засветки попадает на 1200. Да-да-да, что-то припоминаю такое, что-то было. Гусельку вы через каточек, не? Давай. Ой-ой-ой-ой. Еще раз. Оп! Ходим, ходим, ходим. Все, пока. А чё, чё происходит? Чё они так? Ну я выставил. Ёппарасоте, здесь 140-й ещё. Да, и маус ещё выпускал. Классно меня разобрали, мне понравилось. Ну, по-моему, они сейчас... Ага. Офигеть. Вот это они выехали. Ну простите, парни, я слишком слабо был на самом деле. Я это был забавно. Тут с этого, с 10-го разбирать, я на самом деле, видите, да? Да, но я... Бомбы. Учитывая, у них порыв как-то захлебнулся, мне кажется, немножко в итоге. Ну, на самом деле, это очевидно было, что так. Вряд ли. Ну, они просто нагло так выехали. Ну, черт. Мне так больно было смотреть. И знать, что я ничего не могу с этим это, поделать. Короче, это два взвода из одного клана, вот в чем фишка. Смотрите, клан. А, да ладно, у них два взвода. Да, 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 именно поэтому они так сыграли. Били статистов, нормально, чё. Опять я весь ваш дамок украл. Ну, посмотрите на этого профессионала на ИС-8. Там ещё маус целый, он. ИС-8 не может понять, куда он едет, и, видимо, не знает, что можно зажать кнопку и ехать. Смотреть, куда едешь. Видимо, он ничего не знает. Да, на самом деле еще, на самом деле еще не все ясно, так что там наши сольются, мне кажется, сейчас. Ты уже Мауса на автоприцеле стреляешь, да? Ага. Ой, я случайно переключился куда-то в экшен. Короче, у наших там не очень хорошо. Ну ё-моё, ты чё, стреляй ему в борт, он же нормально стоит. Я выстрелил ему в эту, в щеку, ты зачем в борт там стрелять? Там же эти экраны. Ну он же под 90 градусов практически поставил. Не жив, если хайк сейчас. Странно, просто так-то пробил. Хайвик. Хайвик на скеле просто. Угу. Хэви просто ноль. Газ пробил. А у нас арта одна смотрит, 48% на мауса смотрит. Хотя он уже 2 минуты как не прострелил. Да, это что-то я Алёша вообще. Ну хоть Хэвик сейчас заберёт.
Ой-ой-ой-ой-ой. Я побоялся, сейчас башня отлетит на меня просто и убьет. Ну, в общем, три шока, конечно, я выдал профессионально. Да не, серьезно, вот первый выстрел-то ладно, и на автоприцеле стрелял, чтобы заехать за укрытие, а второй, ну просто нормально в щеку выстрелил. Смотрите, что арта делает. Арта ехала топиться и уперлась в красную линию. Меня поражают такие ребята. Вместо того, чтобы разрядить вражескую арту, например, как вот сейчас, да, произошло все-таки помимо воли, либо разрядить барабан 54-ки, они едут топиться. Хотя они могли бы еще пользу принести команде. Ну как же, не фраг врагу же. Смотри, как я его заметил, кстати, с какой дистанции. А он меня не заметил. Вот только сейчас. Если 8 минут доиграл пока. Пока вы не видите. Ой, да ладно. Да, он не пробил арту или не попал. Потом она его... Вот это поворот. Смотри, ты 92 там. Отличается умом и красноречием. Ну что, на 970 с поджогом? Жду. Какой динамичный геймплей, сейчас наблюдаю. А чё загорелся-то 92? Ну тут в чатике пишут, что у Мауса экранов нет. У него же есть экраны вот эти вот бортовые, это же экраны считаются у него или нет? Слушай, ну там же, наверное, еще толщина, как, ну не толщина, в смысле расстояние играет от экранов. То есть я так понимаю, что у сотки у нее вот гусля, во-первых, да, во-вторых, этот экран... Я понял, что ты хочешь сказать. То есть у нее прям близко, и поэтому не так хорошо работает. Это идея такая, я не знаю. И плюс там вроде как гусеница ниже чуть что ли получается. Играли. Бай, как обычно. Да? Легко. Ну, я же не виноват. Если бы был на эстах, я думаю, мы бы вместе там умерли. Хотя, если бы я был на бате... Сейчас борта в экранах, а верхняя без экранов. Мне кажется, что нижняя просто там гусли. Да, там гусли еще. Понятно. Ну что ж, придется скачать маус в следующем танке. Ну, кстати, да, я же как раз и хотел. Следующий танк, который будет качать, будет маус. Ну, если ты на маусе будешь 6000 набивать, тогда я уже не знаю. Да у меня там средний 4-й 3200 на сотом, так что не так уж и много. Ну, у меня вот вчера вот вечером и сегодня вот первые половины боев на сотом были очень ужасные, ничего не могу сделать. То есть, если есть кому танковать, значит, во взводе, да, то все нормально. Ну да, если два бата танкуют во взводе, то я наношу урон.
Ну да, тренер, я тоже, в принципе, подумал, что надо было стрелять в борт. Но там же, знаешь, вот с этими экранами... Потому что стрелял бы я ББХой или там под калибром, я даже не парился, в борт палил. Ну, понимаешь, я стрелял кумулятивом, а кумулятив такая штука. Прямо вот тут. Ой, я киберспортивную выставил в стену. Куда? Ну, два снаряда. Что-то меня стрелили адски вообще отовсюду. Ладно, конечно, с ними с двумя патронами. Освещение. Не, освещение такое убого на низких настройках здесь. Все, я умер. Скорее всего. А, нет, фу, трагер решил уехать назад. Подожди, они на тебя поедут? Если поедут, то я тебе помогу, наверное. Да, просто не успели бы, наверное, их покрашить, пока они меня... Тут же два барабана, хэви, кстати. А как у вас там? О, у нас счет 0-6. 6-0. Байк сказал, что умрет, и опять соврал. Да. Лол, трагер не поехал с ним. Разведай. Да. Я что-то не здоров. Я палюсь. Так как же так? Обычно я с кустов стрелял, поэтому меня убили первым. Ну вот, вы говорите 6 тысяч дамаги. Не надо ругаться, пожалуйста. Я на трагере заряжал фугас и не... что-то не повезло мне. Слушай, это не тот фош, который на 110-3 был? Ну, кому-то хватает, кому-то не хватает. У меня на хэвике один барабан только кумулятив, потому что... Было бы здесь пробитие хотя бы там 248, я бы в основном только на ББХах и скатался. Ну так как здесь 235 пробитий у Есотова, ну на нем невозможно нормально кататься, ну лично мне. В принципе, у нас есть в клане вот тот же Муразор, Нуборез. Нуборез держал 3К на фул ББХах. Ну ладно, мы на городской карте байка перестреляли. Фантастиш. Удивительно, да? Не, ну есть люди, которые на ИСОТом катаются нормально с ББХами. Кто из нас от ФФХи словит? Я не из этих людей. Короче, если я сейчас ловлю от ФФХи, я иду гулять. Погода хорошая, солнышко светит, там пойти прогуляться.
Да, ребят, на самом деле, я об этом говорил, я на многих сам стреляю. Значит, они там боем много поражают. Поэтому мне глупо кого-то обвинять, что он стреляет по мне голдой, поэтому она доступна для всех, покупайте за обычное серебро, как бы. Поэтому все окей. СТБ заехать, что ли, хочется? Не, нет, он вряд ли. Да ты чё, СТБ, да ты чё? О, да, да ладно. А СТБ этот, безумие отвага? Не бой, кладку сломал. Да ладно, он второй раз успел выстрелить. 120-й, блин. О, у меня один снаряд. У меня еще ХП, если чё. Так. Блин. Окей. Фу, отлично, отлично. А чё они? Что за бред? Я не понял, как СТБ второй раз успел выстрелить. Ну мне просто было неудобно, у меня пушка не отпускалась. Мне опять приходится задный ход давать, что за дела? Блин, ну вот теперь я уже не хочу там, потому что вот эта разница принципиальная. В прошлом бою на балконе был 268, я бы получил на пол здоровья. А здесь на балконе может быть и ФВХ, я получу просто на фул ХП сразу. Значит, и арты. У меня больше беспокоит сейчас, да, чем в ФВХ. Блин, как бы нам арту засветить? Наша ФВХ уже поиграла агрессивно там. Да, сейчас я четвертый. Если ты один танкует, как сайт. Арта КД. Еще арта КД. Вот они все на гору сведены. А там взвод, понятно. Я не знаю, что придумать. Может быть попробовать мне вперед ломануть и арту засветить, как ты думаешь? Да? Да. Гад, смелый парень. Так, тут только я 4 умер. На самом деле уже все, я 4 умер. А, я... Так все, а в чем проблема-то? Ну и где арт, а? Я уже КДшница успел. Ну вот. Так, сейчас еще будет. А когда? Я в свете, потому что было мне страшно. Панцер ФВХ, то найди. Свет найдешь ФВХ. Слушайте, а ФВ, она не на балконе? Светился еще. На балконе, наверное, где ему еще стоять. Сейчас я засвечусь. А на этот ФВКД? ФВКД? Да-да-да. Не, ну, не знаю, кто-то в меня вы... Да. Нет, погодите, это была арта, так что аккуратнее. Не, ну просто я видел, что кто-то в меня это... Я не мог предположить, что там даже арта. Сори, парни, за... Что-то я не подумал, на стаф не посмотрел. Что ему нормально. Ну хорошо, что закончилось все хорошо, а то если бы тебя убило ФВ, я бы себя чувствовал так плохо. А я-то как бы себя чувствовал? Ой. Опять он что-то. Ты посмотри, что творится, а? Что творится? Да, я сам удивлен, кстати. Что не больше, Стив? Что не больше? Куда дел все серебро? И ты же видишь, я катаюсь на высотом. Вот в него я дел все серебро. И учитывая, что я катаюсь шоколадкой на фул голде, я в довольно-таки приличный минус улетаю на нем.
смотрю, про науку пошло. Отличная песенка. Так, мы будем отстреливаться по проезжающему? Или мы будем смотреть и ждать зарядки барабана? Ну да, я думаю, вам стоит посмотреть, кто в город проезжает. Проблема опять в ЛП. Хорош. Я бы на месте ФП просто остановился там и свелся. И все. Может, тут всех в городе затоптать, попробуем. Конечно, пойдем. Я за два выстрела, знаешь, как урона? 630. Сава. Ну? Слушай, а может, мы действительно в городе поможем? Я в свете, правда. Ну, если здесь нет бабахи, то я спокойно проеду. Я, ну, не знаю, но она светлая. Бля, 140-й все портит, конечно. Грамотно. Да, вот 140-й, конечно. А эти так там за камнем и стоят до сих пор. Солнце. Страшно же. Опа, тут подбирается из 7-й ко мне. 2 из 7-й. Это отлично. Что поможет? Оба отстрелялись, если один тоже. Блин, это СТ-1 на самом деле, он меня кроет. Жалко, с той стороны, не... может кто-нибудь объедет, убьете этого СТ-1? Как его убью, он там танкует нормально. А, отстрелялся СТ-1. Супер. Я в КД, сори. Так, ФХ там, ну отлично. Я сейчас перезаряжусь и нападу на сильную силу. СТ-1 КД. А, его сейчас. А, там же хэви еще может быть. Да-да-да. Что-то я. Тихо-тихо. Да-да-да, прости, я видел. Ты до сих пор застоит за этим самым. Страшно же. Что-то я стоял за трупом, надо было сразу выезжать. Вообще сейф сыграл в этот раз. Меня, кстати, кто-то из этих 140-го или 54-ки светанул. А, у них там ПВП. Там хэви в разряде, значит. Нет.
Ой-ой-ой. По мне бат. Нет, не бат. Хэви. А ты убьешь или... Ладно, хорошо, убивай. У меня проблемки. Нет проблем? Конечно, есть. Да. Меня поджог. Блин, слушай, я так хорошо тебе попал с этим. А я с одним снарядом. Точнее, так классно ты поставил на гусениц. По-моему, я большую часть провожу в кадре, потому что ушел. Ушел. Я больше сейчас в ангаре провожу. Ой, Фош, смотри, как я его заметил. Знаешь, какое расстояние? Сотни метров где-то. Эй, ну хорош, я его засветил. Ну прости. Погоди, а... Тебя еще убьет. Он тебя... Фу. Парни, а скатайте без меня один бой, пожалуйста, мне позвоните. Я, может, все-таки пойду погуляю. Такая погода хорошая, что я тут это? Слушайте, там футбик же через 10 минут. Да. О, я, кстати, получил отличительную отметку на ESO. А я что-то выиграл 13. Я ничего не получил. И за исключением один бой, это была ничья на... Да, но если ты уходишь из ESO, то спасибо за обзор. Да, спасибо, ребят, всем спасибо. Я думаю, я, наверное, тоже на сегодня закончу. Да. Ну он спасибо. Чтобы тебе не давать, пару. Чтобы тебе не давать дамага по 6 тысяч. Ты что-то совсем как кот в масле. Я понял. Ну и ладно, я тогда пойду пофармить. Ребята, у меня знаете, что сейчас случилось? Я, короче, выключил клиент, а он сам запускается обратно. Не хочет тебя отпускать, картошка. Сиди, играй в танки, какой гулять. А он запускается. Я не жал ничего. Отпусти меня, картошечка. Ну ладно, парни, тогда все, увидимся. Спасибо за взводик. Давай.